2 вместо 1. На народного ополчения 101 открылся второй многофункциональный центр. Раньше в Кировском районе был один МФЦ на проспекте Стачек, 18, что для жителей южной части района было довольно далеко. Новый центр распределит поток клиентов. Организация работает с 9 до 9, без выходных и в некоторые праздники, что удобно для работающего населения. Многофункциональные центры, они были созданы для удобства граждан, для того, чтобы гражданин мог обратиться в любое удобное для него время. Ранее, когда гражданин обращался, он непосредственно обращался в исполнительные органы государственной власти. Там были определенные дни, определенные часы. Гражданину приходилось приходить заранее, занимать очереди. В то время, которое он работает, отпрашиваться надо было на работе. МФЦ выполняет 150 видов бесплатных госуслуг. От выдачи паспорта до выписки документов на квартиру и оформления социальных пособий. В центре работают 20 окон и действует эффективная система электронной очереди. Клиент номер 48 приглашается к окну 6. Центр работает по принципу одного окна, то есть теперь гражданину не нужно отстаивать несколько очередей в разных местах и собирать бумаги. Сотрудники МФЦ сами занимаются этим. Ну, в этом центре, конечно, хорошее впечатление, потому что сразу же встретили и проводили на нужное место, и быстро оформили, и все замечательно. Кроме того, в центре созданы особые удобства. Есть туалет для маломобильных граждан и комната матери и ребенка, где можно покормить и перепеленать младенца.